Базбергемас. Сегодня жителям 5 заблокированных подъездов спортсмены и партийцы привезли картофель. Поддержать в трудную минуту решили также многодетные и малообеспеченные семьи. Подробности у Антона Александрова. Восемь тонн картофеля расфасовали по пакетам и привезли к дверям подъезда. Так решили поддержать изолированных жителей. Им нельзя выходить из дома, поэтому продукцию поднесли прямо к дверям. Комиссия партийного контроля, которую я возглавляю, на постоянной основе мониторит и контролирует государственные органы, задействованные в карантинных мероприятиях. Сегодня, на сегодняшний день, в Караганде локализовано 5 подъездов. Сегодня, значит, нами инициирована и организована помощь, значит, продуктами питаниями, спонсорами, которыми оказались спортивная академия «Абадан» и, значит, группа «Биг Тау». Практически весь день ушел на развоз продовольствия, говорят участники акции «Базбергемас». Заблокированные подъезды находятся в разных районах города, поэтому поставку осуществляли группами с использованием всех мер предосторожности. Хотим помочь своим землякам, своим близким, чтобы не думали о продуктах, не выходили из дома, не думали о работе, переждали это тяжелое время. И, конечно, всем хочу пожелать, чтобы они были здоровы, и все вместе, общими усилиями, мы, наверное, иншаллах, пройдем это время. Получить бесплатно пакет картофеля могли и малообеспеченные многодетные семьи, говорят организаторы мероприятия. Списки нуждающихся были сформированы заранее, по имеющимся данным, и производили оповещение таких семей. В это тяжелое время каждому из нас нужно сплотиться, и каждый друг другу должен помогать, ну чем он может. Оставшуюся часть картофеля передали в мечеть, чтобы те тоже могли помочь нуждающимся. Таким образом, спортсмены и партийцы внесли свою лепту и стали участниками акции «Базбергемас». Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5 канал.